Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я покажу вам новинку из каталога Oriflame номер 9. И это не просто новинка, а этому средству уделили целый разворот в каталоге. И когда вы только откроете каталог, он может быть в электронном виде или в бумажном, как у меня, то здесь вау, сразу огромный такой красивый продукт. Это восстанавливающий крем для рук с алоэ вера. Также в него добавлено еще масло ши, глицерин, и все эти компоненты должны прекрасно смягчать кожу рук. И я с удовольствием его сейчас попробую. И сначала я внимательно рассмотрю тюбик. Это как наш обычный крем, уже привычный, в зеленых тонах, и сочный алоэ в разрезе, такой прям весомый. 75 мл его объем. И посмотрим, что у него внутри. Обычно алоэ я представляю как гель. Потому что в детстве особенно часто мы даже делали какие-то процедуры с помощью сока, алоэ живого. Нет, это просто крем. Выдавливаю небольшое количество себе на руку, чтобы попробовать. Он не жидкий, то есть не вытекает из тюбика, с руки не падает. То есть хороший такой концентрированный крем. И наношу на руку. Приятный аромат. Не резкий, прям не сбивает с ног. Очень комфортный. И наносим его на все ручки. Как он впитывается, надо послушать. Я, наверное, очень много нанесла, потому что он достаточно такой концентрированный. То есть мне хватило нанести на все руки, и можно еще продолжить и локти, и все-все-все руки до конца. Какой-то даже вот холодок чувствую по рукам. Приятно. Впитывается хорошо. То есть уже вот даже минуты еще не прошло, я уже понимаю, что он хорошо впитался. Нет липкости. Отличный, замечательный крем. Можно его смело рекомендовать. При том, что всего 89 рублей, такой крем станет приятной покупкой для себя. Это станет классным подарком для своих близких. Для всех, кто сейчас называется нас дачниками, потому что на дачах очень сильно портятся ручки, и крем нужен постоянно, а тем более с алоэ он действительно быстро восстановит кожу рук, и, скорее всего, он будет хорошо заживлять мелкие ранки. Потому что вот я прям чувствую какой-то приятный процесс, не как от обычного крема. Думаю, что будет супер. Приятных вам покупок! До новых встреч! Если есть вопросы, в комментариях, лайк. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!